добрый день гостям моего канала и подписчикам. И я сегодня хочу на ваш суд представить расклад. Этот расклад я сделала на волнующую всех ситуацию, которая сейчас создалась. И вот что показывают про эту ситуацию карты Ленорман. Именно большой расклад Ленорман. Перед тем, как мешать, я, конечно, задала некие карты, чтобы легче было читать, что они у меня будут означать. Карта Лилия у меня будет означать войска, всех военных. Карта Медведя у меня это правительство, правительство России. Дальше, Украину я взяла карты Аистов. Гора это у нас ограниченные все страны, в том числе НАТО. Башня это у нас дом правительства. Срок, который я задала, полгода. Вот как будет развиваться ситуация в течение полугода. И давайте мы посмотрим, что же нам хотят сказать карта Ленорман, как они описывают ситуацию, которая сейчас у нас происходит. Начнем по алгоритму. Угловые карты расскажут, что главного будет происходить в течение вот этого срока. Мы здесь видим, что карта якоря во всаднике говорит, что люди будут за якорями, они будут ждать известия, решения вот данного вопроса. Дальше, чтобы вновь пришла радость, чтобы все разрешилось дружно, мирно. Будут прояснять для себя активно ситуацию, которая сейчас создалась. И карта у нас дерево в кресте говорит о том, что, в общем-то, люди будут беспокоиться за свои жизни и за жизни своих близких людей. Вот это главная тема, которая будет звучать в течение полугода. Теперь мы смотрим, вот этот у нас центральный столбец, он тоже рассказывает о тех сферах, которые будут важны для всех людей вот в этот период времени. Мы здесь видим, что карта рыбы у нас попала в дом дерева. Это говорит о том, что как финансовые вопросы будут интересовать население, но в том числе их будут обуревать глубокие чувства, связанные с их жизнями, с их здоровьем. Потому что тут вот у нас эта карта, она у нас стоит на совах, что люди будут впадать в панику, они будут обдумывать. И у нас карты совы попали в дом лисы, будут обдумывать какие-то ходы, как им уберечь свои жизни, как, чтобы все вышло хорошо и как, в общем-то, уберечь себя, потому что следующая карта у нас карта гроба в крысах, то есть креста в крысах и гроб в луне, говорит, вот это вот сочетание крест и гроб, это всегда означает война. То есть мы здесь видим, что будут, в общем-то, глубинные такие чувства, будут паника, связанная с войной, вот это в течение вот этих 6 месяцев. Дальше, также я могу сказать вот по этим картам, по картам, которые идут 4, да, вот первое, это то, что будет в ближайшее время, в ближайшие там 2 недели, говорит о том, что, да, все люди будут зациклены на решении этих вопросов, чтобы оно закончилось мирным путем, будут двигаться как бы для того, чтобы это все закончилось мирно, и будут применять хитрые пути для того, чтобы прийти к общему знаменателю, к общему соглашению. 4 последних карты – это то, что будет неминуемо. И мы здесь смотрим, что решение вопроса зависит от мужчины. Мужчина идет у нас на медведя, это значит Путин. Дальше будет зависеть, то есть вот это от него решение будет зависеть окончание всего этого процесса, да, будут очень глубинные такие процессы происходить, глубинные. Карта Луны в рыбах, это эмоции очень глубокие, да, и в то же время, можно говорить, эмоции, связанные с перераспределением. Рыба это у нас всегда материальная, да, и тут завис какой-то материальный интерес, который надо решить. Потому что вот эта карта, она будет раскрывать вот эту карту. То есть мы читаем линейно. Говорит о том, пока не решится некий вопрос, связанный с каким-то там деньгами, благополучием. Это все идет на высших уровнях. Это связано все с домом правительства. На том, что правительство у нас заякорилось. И вообще-то этот вопрос будет решаться по кораблю, по дереву, что он решится. Но это потребуется очень много времени. И произойдет за это время по кресту очень такие судьбоносные события, которые, в общем-то, скажутся на всем обществе.
Дальше. Теперь, чтобы нам посмотреть, в чем же проблема, да, из-за чего это произошло, о чем думают люди, что они хотят. Давайте начнем все-таки с нашего правительства, что оно хочет, почему оно сделало такой шаг. И мы здесь обращаем свое внимание на медведя. Это та карта, которую обозначила именно наше правительство. И оно у нас попало в дом книги. Дом книги – это дом информации, дом тайны. И, значит, здесь мы это читаем именно, что все это произошло тайно. Для нас это было полной неожиданностью, для всех. То есть вот тайны свои, то, что они придумали, да, вот они стоят вот в своем, это дом правительства, на котором они заякались. То есть то, что они придумали, они это тайно реализовали. И мы посмотрим, а где же у нас книга? А книга у нас, вот это их выбор. Она выпала в дом развилки. То есть это их выбор делать, все это сделать неожиданно и тайно. Какие же у них мысли? А мы смотрим, у нас здесь, значит, карта женщины в звездах. Дальше у нас идет карта ребенка в аистах и карта сердца в собаке. Вот эти три карты, что они мыслят, что они хотят. Значит, они по женщине в звездах хотят, чтобы в нашем будущем было все хорошо. Карта женщины – это пассивность, да, чтобы был мир, чтобы пришло что-то новое, новые перемены, и эти новые перемены были, в общем-то, благополучными для всех, были дружеские, да, об этом они думают, о мире, думают о том, что думают о будущем, и хотят, чтобы вот это будущее, это новое, вот эта ситуация, которая была до вот этих событий, да, никого не устраивала, то есть шли какие-то провокации, и это длилось очень долго, и чтобы вот положить этому конец, чтобы вошло что-то новое и хорошее. Вот это, как бы, правительство об этом думало, и она сделала эти шаги. На чем она основывается? Ну, также вот их основа, конечно, эти глубинные процессы, которых мы не знаем, которые, как бы, там в их кулуарах об этом говорится, да, и она именно завязана на Украине и на взаимоотношения с Украиной, потому что карта кольца попала в своем доме, и вот, то есть мы осмотрели все карты, которые окружают нас, наше правительство, то есть это, конечно, связано с взаимодействием с Украиной и с их, в общем-то, жизнью. Дальше мы от карты медведя идем конями. Мы идем на гору. Гора у меня – это все заграничные страны. То есть здесь идет взаимоотношение также с заграницей, с НАТО и с дружбой с ними, взаимоотношения с ними. То есть выбор взаимоотношений с ними. Если мы смотрим, что между ними сейчас вот карта развилки в гробе говорит о том, что, в общем-то, каждая страна выбрала не взаимодействовать друг с другом, что они сталкивают друг друга, да, то вот здесь мы скажем, что сейчас эта цель создать взаимодействие между этими странами и прийти на какую-то новую волну понимания, решить этот конфликт, решить этот вопрос. Дальше карта медведя у нас идет на карту, значит, метлы. В доме медведя говорят о том, что вымести вот эти непонятные ситуации, вымести с помощью силы. Метла в доме медведя – это дом медведя, это дом силы, дом ресурсности. Вот вымести вот эту силу, вымести. Поэтому это все и было сделано неожиданно, это было сделано тайно. Как говорится, когда это делается тайно, неожиданно, то, в общем-то, половина успеха на стороне того, кто это делает. Дальше само решение идет на мужчину, то есть на Путина, да, ключ, он в доме ключа, то есть все это решил, все это как бы обмыслил этот один человек, этот мужчина, да, Путин, и решил именно действовать тайно, чтобы вымести силу вот это заграничных стран и настоять на своем. Если мы посмотрим военные у нас выпали в доме солнца, говорит о том, что их действия идут весьма успешно. Дальше карты, которые окружают дом у нас, в доме лилии, это военные объекты, которые подверглись разрушению. Дом у нас идет на крест, это говорит именно, что нацелено было именно на военные объекты. Идет на карту, дом у нас идет на карту
книги открытых башнях, то есть это вот то решение, то задание, которое было выпущено с дома правительства, у нас башня это дом правительства, да, чтобы именно уничтожить вот эти военные объекты. И если мы смотрим вот эти военные объекты, что это за военные объекты, да, какие карты это окружают, ну вот мы здесь смотрим, вот эта карта военных, карта движения, карта, значит, письма, идет дальше у нас змея в горе и книга. То есть это говорит о том, что именно на этих объектах это как, знаете, как вулкан, который вот все время угрожает, неизвестно, когда выйдет наружу, да, и вот здесь именно поэтому надо было это все, вот был такой приказ, да, все это уничтожить, чтобы это не угрожало никому. И вот именно по этим объектам был и нанесен удар. Если мы смотрим, куда зеркалит эта карта, она у нас зеркалит на карту букета в корабле, то есть это говорит о том, что это было сделано ради мирного населения. Здесь не затрагивались, чтобы там убить, там уничтожить там жилые дома, нет, именно точечные удары, да, именно это связано с заграницей, там именно где в общем, локация вот этих иностранных войск, заграничных войск НАТО, именно эти объекты подвергались нападению, да, и, конечно, это все, вот у нас дальше эта карта зеркалит на Луну в рыбах, говорит о том, что это все, конечно, связано с какими-то материальными вопросами, связано с тем, что они не поделили карта рыбы, карта денег, карты чего-то такого глубинных процессов, которых мы не знаем. И то же самое это может говорить вот эта карта, что это именно глубокие эмоции, связанные со всей этой ситуацией. Дальше. Если мы посмотрим саму вот Украину, как там будут развиваться ситуации, берем карту АЭС, это именно та карта, которая обозначила эту страну. И она у нас попала в дом письма. А письмо у нас в дом сади. Это говорит о том, что будет какой-то приказ, будет какое-то соглашение, да, соглашение касаемо общества. Дальше сад у нас попал в дом туч. Это дом туч, это непонятная атмосфера, непонятная ситуация. То есть вот эта ситуация разрешится при помощи какого-то известия, при помощи какого-то закона, который будет издан. И этот закон будет издан именно нашим правительством. Этот закон будет, если мы смотрим, да, что, о чем этот закон будет, идет у нас на клевер в ребенке, это будет как шанс начать что-то новое. Это будет связано, конечно, вот с вхождением военных. Это также касается острой ситуации, которая создаться, да, и которая будет пытаться разрешить при помощи вот этих острых ситуаций вот эту проблему. И идет у нас на ребенка в аистах. Это что-то новое для этой страны. То есть это говорит, что вот это соглашение будет касаться чего-то нового, новой жизни в этой стране. То есть это соглашение, оно будет вот по... И дальше у нас идет карта сердца, говорит о том, что карта сердца в собаке, говорит о том, что вот это решение, этот приказ, этот закон, он будет устраивать все-таки всех людей, и он как бы затронет интересы всех людей именно в благополучной точке зрения. Если мы посмотрим карту за границы, заграничных стран, то она у нас попала в дом змеи, а сама змея в дом горы. То есть вот это как бы усиливает это значение. Гора в змее, змея в горе, да, говорит о том, что от заграничных стран нам следует ждать некоторых ограничений, некоторых санкций, некоторых подлостей, которые все-таки они будут. Если мы посмотрим, на что же у нас опирается вот эта вот гора, да, что они хотят, что они хотят. Ну вот эту карту у нас, значит, такие карты окружают, как карта, значит, в саде тучи, да, сад тучек. Это о том, что, в общем-то, непонятна эта ситуация, выбор войны, выбор вот этих конфликтов, который идет именно из-за вот заграничных стран, идет из-за НАТО. Дальше идет вот эта вот ссора, какие-то перепалки с правительством. Это у нас карта конфликтов, метла
в доме медведя, да, это у нас конфликты, связанные с правительствами. Дальше у нас идет карта женщины в звездах, это карта пассивности на будущее и ожидание чего-то нового, новых каких-то перемен, новых решений. То есть мы можем здесь сказать, что здесь, конечно, каждый тянет одеяло на себя, да, и вот эта вот ситуация с НАТО, она у нас затянется на очень долго. Дальше смотрим, какое же будет предательство. Карта змея у нас в горе, это ограничение чего-то, да, и она у нас идет на карту крысы в косе. То есть говорит о том, что будут какие-то потери, и они будут именно идти именно из заграничных стран, будут какие-то созданы острые ситуации, и, в общем-то, люди будут много терять. Будет создана острая ситуация, такая конфликтная острая ситуация, непонятная ситуация. Они сделают какие-то там, скажем, хитрые ходы, потому что у нас карта змеи идет на карту лисы, да, и на карту ключа. То есть они будут решать, за границей будут решать свой вопрос благодаря каких-то продуманных хитрых действий. Но вот эти хитрые действия, они корыстные, они все равно будут нацелены для того, чтобы что-то для них было. Не для нас, не для страны, не для людей, потому что карта лиса – это карта корысти, карта обмана, карта лжи. И здесь говорится, что вот это будет что-то вот такое лживое, неприятное, какие-то потери будут идти через вот эти как бы через решения вот этой стран заграничных. Дальше это будет обдумывание их вот этой хитрости, этой подлости, как ее преподнести. Лиса у нас идет на гроб в Луне, что именно из-за них будут, в общем-то, раздуваться вот эти конфликты и будут негативные эмоции идти. Но это все прояснится, потому что у нас солнце выпало в доме мужчины, это активные действия к прояснению данных действий. То есть все это будет ясно. И у нас сама змея, она у нас, вот эта подлость, да, которая идет за границей, она у нас основывается, она стоит у нас на карте дома в лилиях, это военные объекты. То есть я могу сказать, что, в общем-то, удар будет, и удар будет обратный, и он будет продуманный, и будут как бы вести на этот удар, подзюзюковать именно НАТО, и они будут усугублять эту ситуацию. Дальше, если мы посмотрим у нас, чем это вообще закончится, да, у нас карта змеи, она у нас идет на карту кольца, идет у нас на тучи, это говорит о том, что все-таки вот это когда будет вот эта неприятная, непонятная ситуация, туманная, она все-таки разрулится, когда наша страна, наше правительство и заграничные правительства сядет за стол переговоров. Карта кольца – это взаимоотношения двух сторон. И так как у нас карта попала в свой дом, говорит о том, что это будет. То есть вот это вот взаимоотношение, этот круглый стол, это принятие решения, оно будет. Но у нас вот это, скажем дальше, вот эта карта, она у нас еще и зеркалит на карту женщины в звездах. Говорит о том, что, ну, все-таки будет какая-то пассивность, не с желанием они будут идти вот на эту, к этим переговорам. То есть для того, чтобы они пошли на эти переговоры, это в звезды выпало, поэтому это говорит о том, что это случится, но не так, как скоро, как бы нам бы хотелось, да, нам бы хотелось, чтобы это было быстро, чтобы мы приняли решение, в общем-то, которое бы устраивало обе стороны, но это не будет так быстро, потому что карта женщины – это карта пассивности, и вот эту пассивность приносит именно НАТО, именно оно носит в раздор, говорит, да, подождите, да, мы вам поможем, да, все разрулится, да не будет этого, и тут ясно видно, что пока вот это взаимодействие не произойдет, то есть все это будет продолжаться. Дальше, что мы еще мы можем здесь сказать? Какая острая ситуация и с чем она будет связана? Вот давайте мы посмотрим, вот она острая ситуация у нас, когда выпадает коса в метле, это очень часто вот это сочетание, оно означает там драка, да, ну это в прямом смысле драка, ну в другом это значит такие военные действия. И вот эту карту у нас, в общем-то, она у нас идет на лесу, это на хитрые действия, она несет на тайные действия, какие-то будут тайные действия, да, закрытые, хитрые, продуманные ходы.
это будут новые ходы, через них будут какие-то идти перемены. А потом дальше будет идти у нас эта карта, она у нас зеркалит на карту письма в саде, будет идти все-таки какой-то приказ, какой-то закон, который будет издан в обществе, и оно будет идти именно от нашего правительства, которые захотят поставить точку на всей этой ситуации и, в общем-то, убрать, кого убрать? Вот этих провокаторов, потому что у нас карта косы, в доме косы у нас находится крыса. То есть что нужно делать? Убрать вот этих провокаторов, да, срезать их, убрать, чтобы не было вот этой непонятной ситуации. И этот шанс и создание чего-то нового, это будет произойдет. Это произойдет через обдумывание, через хитрые ходы, непрямые ходы и выметание вот этой силы, вот этих крыс, вот этих вот провокаторов. И после этого у нас следует новое и вот заключение договора, которое будет у нас, вот эта карта сердца у нас зеркалит на карту закона, на карту, которая будет закон, и он будет устраивать у обе стороны. Ну, в общем-то, если нам посмотреть Путина, то он у нас попал в дом ключа, в дом решения вопроса. А решение вопроса, это вот сам ключ у нас попал в дом клевера. Говорят, что этот шанс решить, убрать вот этих провокаторов, вот этих подзюкавителей, да, которые все время сидят и одну страну сталкивают с другой. То есть убрать, уничтожить их, этот шанс есть. И этот шанс идет только через выбор, вот через войну. Именно то, что у нас выбрал наш правитель. И вот его мысли, да, смотрите, это его мысли. Поставить крест на вот этих провокаторов, причем быстро, и потом сесть за стол переговоров и издать указ, который будет, в общем-то, все стороны, в общем-то, для всех сторон будет нормальным, хорошим решением, которое, в общем-то, устраивать будет всех. Это будет не так скоро, как мы хотим, потому что карта дерева у нас, карта долгая, да, и плюс еще вот карта у нас якоря, которая заякорена на долгие действия. Вот о том, что не ожидайте, что это быстро закончится, это будет длиться некоторое время, но все это закончится успешно. Если мы возьмем, например, все женское население, да, и посмотрим, как оно здесь отыгрывается. Мы здесь видим, что у нас женщина, она как олицетворение всего женского населения, она у нас попала в дом звезд. То есть женщины надеются на лучшее, на новое лучшее. Дальше это карта, которая дальше идет, ребенок в аистах и сердце собаки. Говорит о том, что женщина очень волнуется за своих детей, за их жизнь, о том, как их уберечь. Это главное, на что они сейчас обращают свое внимание. Для них это самое важное. И эмоции именно связаны с их детьми и как их уберечь. Если мы смотрим мужчины, мужское все население, то мы видим, что они выпали в дом ключа. Это говорит о том, что они активно будут участвовать в процессе решения этого вопроса. Они у нас зеркалят на карту Лилии, говорит о том, что это военные, да, что они будут идти в солдаты, будут защищать свою страну. Некоторые, конечно, не хотят по карте Лисы, да, не хотят войны, не хотят всего этого, но деваться некуда. Нужно защищать свою родину, свою страну, свое общество. Вот это они падают сюда, да. И мы здесь видим, что, в общем-то, по приказу, по правительству, да, что издало указ этому населению Украины, придется это делать, идти на эту, на войну. Хотя, конечно, мужское население не очень-то и хочет туда идти, потому что вот оно идет у нас на совы, на обдумывание и на женщину в данном случае как пассивность. Не хотят они это делать. Но вот по закону, который Украина создала, им придется это идти туда. Дальше. Если мы теперь посмотрим, как же будет складываться вот эта вот ситуация, да, смотрим, давайте мы с вами посмотрим все-таки, что же у нас придумала, какая подлость у нас будет, да, со стороны НАТО. И мы здесь видим, вот карта у нас змея в горе, да, это вот какие-то ограничения, которые будут обдуманные, хитрые,
по сове в Луне, это будут какие-то потери идти через то, что они придумают, и будет идти очень такие негативные эмоции, связанные с решением заграничных стран. Но это все будет выяснено, все это будет прояснено. Дальше. Если мы посмотрим, допустим, какие потери нас, на что нам обратить внимание, да, что давайте возьмем вот ситуацию с деньгами, что у нас будет с деньгами. Вот у нас карта рыбы, это деньги, да, они у нас выпали в карты дерева, что для нас очень значимая сторона нашей жизни. И вот у нас в самом доме рыб у нас карта Луны. Карта Луны, а в доме Луны у нас гроб. Это говорит о том, что у нас будут негативные эмоции, связанные с деньгами. То есть будет что-то такое, связанное с деньгами, что вызовет в нас раздражение, вызовет в нас неприятие. Это ходы, связанные с деньгами, будут хитрые, они будут связаны с обществом. Это продуманная акция. И давайте посмотрим, с чем это будет связано. Будет какая-то непонятная ситуация с деньгами. Она будет какая-то пассивная. Пассивная, это значит, что, ну, возможно, люди не смогут эти деньги снять или там могут положить, но что-то такое будет нехорошее, связанное с деньгами. Причем сами рыбы у нас идут, видите, на гроб. То есть это неприятные какие-то события, связанные с деньгами. И дальше если мы посмотрим, карточка вот денег, да, то есть вот она карточка денег, и мы здесь видим, что люди будут заякорены на этом, но это будет связано с войной, это будет связано с правительством, с решением, с каким-то, да, на какое-то долгое время. Я здесь вижу, что будет острая ситуация, связанная с деньгами, с карточками людей, и здесь будет какой-то все-таки закон, указ, касающийся накоплений денежных. И здесь надо вот быть очень внимательным, потому что вот хитрость, да, обман, связанный с деньгами, связанный с обществом, она будет, и что она принесет, в общем-то, много горя и неприятностей. Но самое главное, я здесь вижу то, что эта война закончится, и закончится она именно, вот смотрите, кольцо, да, мирным существованием, мирным, в общем-то, обсуждением, что это все-таки закончится, потому что вот карта идет у нас, смотрите, на общество, да, на непонятно, на выбор, и на сердце говорит о том, что все-таки наше ждет благополучие и ждет радость. Так что, девочки, не настраивайте на себя, на негативную волну. Мы же знаем, что если мы несем позитив, если мы несем хорошие свои мысли в мир, то мы сможем помочь нашей стране, можем помочь своими мыслями убрать вот этот негатив. Чем лучше мы думаем, настраиваем на себя на позитив, тем этот позитив, эта радость, эта ситуация разрешится быстрее. Всем добра, всем мира, всем любви.